Твери излюбленное место для прогулок горожан может стать опасным. Плитка на набережной реки Волги буквально расползается под ногами прохожих. На днях среди пешеходной дорожки появился огромный провал. Куда уплывает тротуар, выяснила наша съемочная группа. Сегодняшнее состояние набережной Волги благоустроенным назовешь с большой натяжкой. Волны в центре Твери появляются не только на реке. В этом году они начали прорисовываться на тротуаре. Пешеходная дорожка, вымощенная красной плиткой, уходит под землю. Несколько дней назад здесь появился огромный провал. Чтобы уберечь ноги горожан от возможных травм, установили вот такое вот ограждение. Сделано оно, надо сказать, на совесть. Не шатается, довольно-таки тяжелое, ветром его не унесет. Но как надолго эта конструкция здесь задержится – большой вопрос. В яме, похожей на колодец, под первыми осенними листьями похоронены осколки красной тротуарной плитки и камни. Сейчас ее надежно оградили. Волны на тротуаре образовались не только вокруг колодцев. Они везде, сетуют жители города. По всей набережной даже спустя несколько дней после дождя в солнечную погоду можно наткнуться на лужу. Мы решили задать прохожим один вопрос. Как вы оцениваете благоустройство? Ну, я бы сказала, допустим, с коляской идти не очень приятно, потому что сама вот эта мостовая, она как бы вообще плохо выстелена, особенно в той части, там вообще очень плохо, одни ямы. В первую очередь это плитка. Во-вторых, там подальше она вся такая кривая, есть выбоины, и даже с коляской ездить неудобно. Ходить неудобно, и все проваливается. Что-то здесь делают, но я не замечаю этого. Плохая набережная, конечно, можно было бы сделать ее более. В городской администрации пояснили, что провал, скорее всего, связан с тем, что вода вымывает грунт. Ремонтировать пострадавший колодец будет его собственник. А кто он, чиновники сейчас активно выясняют. Мы будем ждать развития событий.